Здравствуйте, друзья! Функция Audio Easy Ease позволяет сделать плавное нарастание музыки и плавное затухание музыки. Итак, давайте это сделаем. Ну, либо звука. То есть, помимо того, что вы можете их записать, уже сделать такими, в целом это будет проще. Тем не менее, если у вас есть какой-то звук не настроенный, вы можете это сделать. Итак, смотрите, у нас для проигрывания мы использовали обычную команду Play. Она просто запускает музыку и все. Запускает на громкости, как есть, ну, ту, которую мы установили. Эта команда, да, не подойдет, потому что команда play не остановить. Нет, ну, есть команда stop, конечно. Но, тем не менее, для этих целей удобно использовать другую команду play pause, которая умеет останавливать и запускать сама. Потому что stop – это глобальная вообще остановка и сброс в самое начало звука. Поэтому используем другую play pause. Вот такая. Так она выглядит. Сейчас лишние скобки удалим. То есть результат будет тот же самый. Мы нажимаем. Потом еще раз нажимаем, также отключаем. То есть очень удобно. Инвертируется там событие и включаем и включаем прямо в одном условии. Супер. И вот только с этой командой будет работать затухание. Итак, давайте посмотрим, как это работает. Выбираем наш звук. У нас называется это Music. И команда Easy Ease. Вот она, Easy Ease. У нас есть плавное нарастание и плавное затухание. Итак, давайте укажем коэффициенты. То есть это то, на какой скорости будет стартовать. Ну давайте 0.01, чтобы слышать, что происходит. Итак, я скопирую. То есть и нарастать будет с такой же скоростью, и затухание будет с такой же скоростью. Эта команда указывается в игровом цикле, то есть она должна быть доступна всегда для просчета. Итак, хорошо, я нажимаю на кнопку, и смотрите, как плавно нарастает. А теперь нажимаю еще раз, чтобы отключить, и видите, пока не дойдет до нуля, она не остановится. Можете сделать 0.1, например, вот так, то есть 0.01, и тогда будет это побыстрее. И такой эффект лучше всего, конечно, лучше. Итак. У нас с вами все получилось. На этом я завершаю этот видеоурок. Спасибо за внимание. С вами был Александр Птичкин, основатель образовательного портала multirocket.ru и разработчик игрового движка PointJS. До встречи в новых видеоуроках. Пока!